Башкортостан впервые вошел в число регионов-лидеров рейтинга качества жизни агентства стратегических инициатив. Республика в этом году на 12-м месте. Отметим, что в 2021 году регион занимал 40-е место, а в 2022 – 25-е. О показателях потребительского рынка в Башкирии за первый квартал рассказал министр торговли и услуг Алексей Гусев. Динамик розничного товарооборота выше, чем по стране и Приволжскому федеральному округу. При этом ниже индекс потребительских цен, а значит инфляция и средняя стоимость потребительской корзины. Мы продолжаем осуществлять мониторинг цен на основные социально значимые товары. По инициативе правительства Республики Башкортостан с региональными торговыми сетями в 2024 году был заключен меморандум об ограничении наценки на ряд продовольственных товаров. Эффективность этого инструмента мы наблюдаем уже на протяжении нескольких лет. 307 площадок насчитывала акция «Сад памяти». Высадили больше 2 миллионов саженцев и сеянцев. Стоит обратить внимание на озеленение туристических локаций, вроде Нарыстау или парка «Патриот», отметил Ради Хабиров. В рамках весенней акции «Зеленая Башкирия» дружными усилиями удалось высадить 8 тысяч крупномеров и почти 160 тысяч саженцев. В рамках подготовки к празднованию 450-летия основания Уфы коммунальными службами была проведена работа по обновлению зеленого фонда на центральных улицах города Уфы. Ленина, Пушкина, Новомостовая и другие. 418 аттракционов подготовили к лету владельцы. 5 из них не допущены к работе из-за неисправности и нарушений условий хранения и истекшего срока годности. За небезопасные аттракционы глава Башкирии поручил штрафовать глав муниципалитетов. Отдельным категориям граждан установят усовершенствованные пожарные извещатели с GSM-модулем. Такие устройства позволяют в случае опасности отправлять сигнал сразу на 4 адреса. Пилотный проект пока охватывает Ишимбайский, Стерлитамакский и Благовещенский районы. У вас полномочия есть? Хорошо. Надо, потому что это, в конце концов, касается жизни маленьких детей. И тут уж церемониться и надо. Зульфия Суйургулова, вся Уфа.